Я себя тоже выведу. Слушай, ну, наверное, похоже, я бы сказал. Так, ты вывел? Сейчас, погоди, вывожу. Ой, тьфу, блядь, не то. Бля, ребят, не, ну не орите, пиздец, пожалуйста, не орите. Так, вывожу, погоди, потихонечку. Я постепенно буду. Ой, блядь, все, погоди. Погоди. Сейчас я настрою. Не, ну серьезный мужчина заряжен играть в Майнкрафт. В красивых трусах. Да. Сидят охуенно. Сейчас мы разъебем эту избушку. Степуха, 2 гривен. Так, ну скажи, у тебя опыт был, все, тебя видно, если что, можешь поздороваться. Здравствуйте, друзья. Спасибо, что пришли на мой вебкам-канал. Донаты, знаете, там. Разберетесь. В Майнкрафт никогда в жизни не играл, дел не имел. Но сегодня у меня есть прекрасный проводник в этот прекрасный мир. Поэтому пошли строить пятерочку. Погнали. По трек грабим пятерочку, правильно я понимаю? Щищ! Да, let's go. Так, ну чё, командуйте, что делать? Я здесь вообще первый раз. Так, ну давай на сервак, короче, заходи, как я тебе объяснял. Угу. Татьяна там одевается, если что, я ушел. Всё, у меня ты... тут ночь. У меня тоже ночь, так что типа ты где? Так, так вот он же я. А, я еще и в очках солнечных, нихуя не видно. Ладно, придется мириться, погнали. Погоди, куда побежал?